свести мои обязанности в одну фразу будет сложно, потому что я занимаюсь разными вопросами в нашем офисе. Где-то частично с документами, где-то с организацией различных встреч или мероприятий, где-то просто созданием уюта в нашем офисе. Сирот моих там сябров, знакомых, скульпторов, я бачу прозвище Асташов Андрей. Коли на выставе поглядел ягоные вот эти работы, был приемно уражен, что человек нашел свою плыню у скульптуры белорусской. Это приемно уразило. Я, правда, не думал, что доткнусь сам своими руками до этой скульптуры, але вот посчастило вот таким чином. Я обрабатываю восковые модели. Я должна их восстановить фактуры, если они при отливке модели были как-то испорчены. Если есть там какие-то пузыри, то есть дефекты, все брак, которые есть на воске, его убрать. Собрать модель, чтобы модель в воске была точно такой же, как она потом будет в металле. Ну или какой она была до этого в пластилине. Ну, самое сложное сделать под светлую тонировку. Это выполировать так, чтобы не осталось практически следов обработки. То есть эти места нельзя варить, их нужно клепать, если есть какие-то недочеты. Там виден любой брак обработки. То есть самое сложное – это светлые места. Прикосновение кисти, когда идет именно тамповка, оно слышно, как шипит кислота на работе. И вот я вижу, то есть и слышу, и одновременно вижу. Творческая мечта, конечно, есть. Я ее осуществляю потихонечку. Ну, самое главное – это быть художником, не переставать быть художником. У меня есть в этом потребность, поэтому я никуда не денусь. Вот. Ну, конечно же, мечта – это заниматься все свое время, заниматься своим искусством. Я не еду на работу, там, не думаю, о, работать надо. То есть, ну, мне нравится довольно, то есть, заниматься бронзой. То есть, ну, я думаю, это как и хобби мое. То есть, ну, как так. Желаю вам попытаться реализовать в жизни те принципы, которые мы создаем, то настроение, которое мы создаем внутри нашей команды. Реализовываться не только у нас на работе, но и делать какие-то собственные вещи, хобби. У нас работает несколько скульпторов, у нас работают молодые ребята, которые сами лепят, у нас работают Анастасия, которая занимается гончарным делом и витражным мастерством. Я всячески поддерживаю ваши начинания в творчестве. Поэтому я хочу пожелать счастья, здоровья, самореализации и успеха. Это очень хорошо. Здесь уютно, комфортно. Ребята, команда вообще нормальная. Подобрались все очень хорошо. Дружный коллектив. Вот. Ну, больше еще нравится то, что здесь уютно. То есть не работаем, как в подвале, а приходишь на работу, как Дмитрий говорит, как к себе домой. Когда нравится, что делаешь, как делаешь по душе, и когда при этом ты не чувствуешь, что у тебя что-то не хватает, то есть надо еще рваться на третью работу там или что-то, ну, какие-то такие обычно бытовые трудности, то есть ты не убрал тем, что хобби, ну, грубо, работа, хобби, ну, тогда, ну, дискомфортно. А вот когда на всех этапах это хорошо, человек счастлив.